Существует много богачей и бизнесменов, но Чжэньцзяган не такой, как все. Испытывая невзгоды и лишения, он основал свой бизнес. Не нарушая никогда своих обещаний, он ни в коем случае не признавал себя побежденным. После антияпонской войны бывшая вторая столица Чунцин устроила Чжэньцзягэну торжественную встречу. В поздравлении председателя Мао Цзэдуна представителям различных политических фракций страны была дана высокая оценка Чжэньцзягэну. Удачливый бизнесмен в среде китайских эмигрантов. Надежда нашей нации. Городок Димэй расположен вдоль береговой линии на юго-восточном побережье Китая. 21 октября 1874 года в семье Чэнь родился мальчик. По желанию отца мальчика назвали Цзяган, что означает «хороший урожай». Однако в детстве Чжэньцзяган оказался в трудной жизненной ситуации. Покинув родной край, отец Чэнь Цзибай долгое время проживал в Наньяне. Наньян. Так в период правления династии Мин и Цин китайцы называли страны Юго-Восточной Азии. Те, кто решались уехать в страны Юва, садились на пароход. Им приходилось плыть по бурному морю, преодолевая штормы и волны. Про них говорили, 0,3 погибали и 0,6 оставались на Наньяне. А вернуться в родной край смогла только 1/10 часть из них. Мужчины странствовали по свету, а женщины и дети, которые оставались в родном краю, жили в нищете и тоске. Подобный печальный образ жизни был и в семье Чэнь. В 1891 году 17-летний Чжэньцзяган получил письмо из Наньяна и решил покинуть родной край. Более 100 лет назад Чжэньцзяган поднялся отсюда на пароход и, как его отец, отправился в совершенно незнакомый новый мир. Но различие было в том, что после месяца морской качки Чжэньцзяган начал создавать легендарную жизнь на этом острове, расположенном в южной части Тихого океана. В 1891 году 17-летний Чжэньцзяган прибыл в Сингапур. В свое время Сингапур называли «Ньоу-Чхэшуэй», что означает «телегу с валами по чистке улиц». Ежедневно после утреннего полива улицы сверкали, отражая солнечные лучи. На них ездили машины, ходили в школу дети. Возможно, именно тогда к нему в голову пришла мысль о создании учебных заведений. Зимой 1900 года умерла его мать. Чжэньцзяган вернулся в родной городок Димэй на похороны матери. Через 3 года, когда он вновь прибыл в Сингапур, сумма долгов отца превысила 200 тысяч долларов. Магазин был объявлен банкротом. По местным законам сын не обязан выплачивать долги своего отца, но Чжэньцзяган принял решение о выплате отцовских долгов, что вызвало сенсацию в кругах общественности. После этой новости Чжэньцзяган получил прозвище Ша Дахань – слабоумный человек. Чтобы погасить задолженность, Чжэньцзяган начал торговать консервированными ананасами. С течением времени консервы в банках от Чэнь стали пользоваться спросом. Компания Чжэньцзягана производила более половины совокупного объема консервированных ананасов всего Сингапура.
Благодаря десятилетним усилиям Чэнь Цзягэну удалось полностью погасить долги своего отца, а его поступки с одобрением говорили в Наньяне. Это событие рассматривается как богатство и изобилие в последующей его жизни. Обращаясь к представителям молодого поколения, Чэнь Цзягэн пришел к выводу: честность формируется в процессе исполнения обещаний, а воля – в непризнании себя побежденным. В настоящее время каждый четвертый человек в Сингапуре – китаец. Многие из них приехали сюда в те годы, когда Чэнь Цзягэн начал свой бизнес в Наньяне. В 20-е годы прошлого века писатель Лао Ше, проезжая через Наньян, восторгался тем, как прибывшие сюда китайцы с нуля начинали свой бизнес, как они адаптировались к окружающей обстановке и как выживали. В 1906 году Чэнь Цзягэн узнал об одном из видов деревьев, растущих в Бразилии, которое выделяет вещество белого цвета. После обработки это вещество становится эластичным. Чэнь Цзягэн сразу понял, что этот материал способен произвести революцию в мировой промышленности. В свое время была запрещена перевозка саженцев каучуковых деревьев. Однако, узнав, что посадками намерен заниматься высоконравственный Чэнь Цзягэн, который погасил долги своего отца, ему отобрали 180 тысяч саженцев и подарили. Спустя 20 лет эти саженцы, цена на которые составляла в свое время 1800 долларов, создали каучуковое царство, продукция которого ныне поставляется во все страны и регионы мира.在二十世纪初期，橡胶业是世界一个新兴的产业，飞机、汽车轮胎都需要大量的这个橡胶，而东南亚是适合于橡胶生产的。大规模的种植橡胶是陈嘉庚开始的，他比较胆子大，大规模的种植。种植橡胶以后，他又想到这个橡胶不能够把这个原来的生胶就出口，那么他就要利用这个橡胶。 1924 году Чэнь Цзягэн путем слияния и поглощения превратился в самого влиятельного в странах Юго-Восточной Азии владельца плантации каучуковых деревьев. Это групповой снимок, на котором изображена простая семья из Наньяна. Интересно, что четыре брата обуты в одинаковые ботинки на каучуковой подошве. Это была резиновая обувь компании Чэнь Цзягэна. Чэнь Цзягэн очень 有名，整个东南亚都知道这陈嘉庚这个胶鞋，还有这个橡胶的手套啊。他当时呢拥有这个企业有30多家，多数的企业是橡胶制品，就包括从橡胶的原材料加工到胶鞋、轮胎，包括皮箱之类的，还有饼干、肥皂等等的。 В свое время, помимо резиновых изделий, компания Чэнь Цзягэна начала производить и товары широкого потребления, продукты питания, медикаменты, а также заниматься океанскими перевозками. В 1925 году чистая прибыль компании Чэнь Цзягэна только по производству резиновых изделий достигла 7 миллионов 800 тысяч долларов. Стоимость активов компании составила 12 миллионов долларов. Число наемных работников превысило 30 тысяч человек. Чэнь Цзягэн писал о развитии своего бизнеса в тот период. В течение 3 лет, в возрасте 50-52 лет, я достиг совершенства в бизнесе. Глядя на эту фотографию, мы можем заметить умиротворенные и безмятежные выражения лица у Чэнь Цзягэна, который находился на пике славы.
Однако с 1926 года наблюдалось значительное падение мировых цен на каучук. И это было только началом краха крупнейшей компании Азии. Третьего мая 1928 года японцы устроили кровавый инцидент в Дзинане. Чэнь Цзяган призвал соотечественников бойкотировать товары японского производства, отчего и испытал возмездие со стороны противника. Его новый завод по производству резиновых изделий был сожжен и разрушен. 21 февраля 1934 года компания Чэнь Цзягана продала свое имущество. При ликвидации бизнеса люди заметили, что известный предприниматель, который пользовался широкой известностью по всей стране, остался ни с чем. Оказалось, что за прошедшие 20 лет он пожертвовал все свои средства на создание учебных заведений в Наньяне и в провинции Фудзянь. В тот момент, когда предприятия Чэнь Цзягана были объявлены банкротом, он стал общепризнанным лидером китайских эмигрантов и этнических китайцев. В городке Димэй каждый день начинается чтение. Это сцена из жизни, где изображена гармония и согласие, царящие в учебных заведениях ради великого дела служения Родине. На маленьком острове, который находится рядом с начальной школой Димэй, расположен парк Аоюань. Он был спроектирован и построен Чэнь Цзяганом. Везде виднеются гравированные изделия производства уезда Хуэйань, которые создают верные сыны отечества этого легендарного человека. А в далеком 1894 году, когда Чэнь Цзяган впервые вернулся из-за рубежа в родной край, он тогда пожертвовал 2000 серебряных долларов на создание частной школы Тиджай. Осенью 1912 года Чэнь Цзяган вновь вернулся в родной дом. Тогда только образовалась Китайская республика, все нуждалось в возрождении. Чэнь Цзяган заметил, что взрослые играли в азартные игры и орали во весь голос, а детям, которые почти нагие играли в карты, было негде учиться. Тогда он начал оказание материальной помощи в деле создания учебных заведений. Он открыл начальную школу Дзимы. Начальная школа первой ступени с четырехгодичной системой обучения и начальная школа старшей ступени с двухгодичной системой обучения приняли 150 человек. Через 5 лет Чэнь Цзяган открыл в городке Дзимэй женскую школу, затем были построены педагогическое училище и средняя школа. В 1919 году в городке Дзимэй появился первый детский сад. В 1920 году специальное учебное заведение водного хозяйства и коммерческое училище. В те годы бурно развивалась коммерческая деятельность Чэнь Цзягана в Наньяне. В учебных заведениях, созданных им, обучались многие дети из малоимущих семей. В современном городке Дзимэй немало учебных заведений с современным оборудованием. Здесь открыты не только детские сады, но и начальные, и средние школы, а также средние профессиональные училища, университеты. До сих пор их текущие расходы выплачиваются за счет дивидендов по привилегированным акциям Чэнь Цзягана в банке Цзиёу. В 1919 году началось движение 4 мая. Подъем патриотизма среди учащихся взволновал Чэнь Цзягана, который проживал тогда в Сингапуре. Он вернулся в родной край и созвал митинг. Именно в храме предков по фамилии Чэнь он выдвинул инициативу о создании Сямэньского университета. Чэнь Цзяган дал обещание пожертвовать 1 миллион долларов на создание университета и 3 миллиона долларов на его последующее хозяйствование.
В современное время Сиамэнский университет вошел в число первоклассных вузов Китая. 90 лет назад Чэнь Цзяган решил создать первоклассный университет, не жалея средств. Он особо подчеркнул, что университет должен был быть хорошо оборудован и обладать высококвалифицированными кадрами преподавателей. В тогдашнем Сиамэнском университете профессор мог получать ежемесячно 400 даянов – серебряный доллар, преподаватель – 200. Даже работнику школы платили 25 даянов в месяц. А в то время 5 даянов в месяц хватало на неплохую жизнь одного человека. В тот период в Сиамэнском университете собрались такие знаменитые профессора, как Лин Юйтан, Лу Сюнь, Сунь Фуюань и Гу Дзяган. В то время как городок Димы и Сиамэнский университет активно развивались, компания Чэнь Цзягэна терпела убытки. Некоторые из родственников и друзей предпринимателей попытались уговорить его, чтобы он сократил выделение денежных средств на развитие городка и университета. Он сказал, что поражение в бизнесе скажется только на развитии личного дела, но закрытие учебных заведений причинит вред учащимся, а также окажет негативное влияние на развитие всего общества.30年代和拿了大概有800万当时的中国的钱，这个时候钱是非常值钱。有人做过这样一种估计，大概那个时候要是八百万的话，现在可能8亿也不止了。他本来这些钱可以去再弥补他的一些生意损失，但是他悔嫁兴国，悔嫁兴孝。В 1932 году, накануне ликвидации компании Чэнь Цзягэна, банки-кредиторы выдвинули предложение о том, что они будут и дальше поддерживать Чэнь Цзягэна в бизнесе, в том случае, если он прекратит выделение средств Сиамэнскому университету. Но Чэнь Цзягэн отказался. И вновь стартовал летний лагерь с изучением китайского языка, организованный Институтом китайского языка при университете Димэй. За несколько десятков лет школа обучения для китайских эмигрантов и этнических китайцев, созданная Чэнь Цзяганом, привлекла большое число молодых этнических китайцев. Эти потомки этнических китайцев, проживавших на Филиппинах, не имеют китайского гражданства. Но они, как и китайские иммигранты в эпоху Чэнь Цзягэна, стремятся к воспитанию в духе китайских традиций. В 1937 году в Китае началась антияпонская война. То, что родина находится в серьезной опасности, вызвало волну патриотического подъема среди китайских эмигрантов в Наньяне. В октябре 1938 года они создали Генеральную ассоциацию китайских эмигрантов и этнических китайцев в странах ЮАР по сбору средств для спасения беженцев с родины. Чэнь Цзягэн был избран председателем этой организации. Клуб Ихэ Сюань находится на улице Удзи Башу в Сингапуре. Более 70 лет назад под руководством Чэнь Цзягэна здесь начиналось движение китайских эмигрантов и этнических китайцев Наньяна на пожертвование средств для спасения родины. Вскоре это мероприятие распространилось по странам всей Юго-Восточной Азии.华侨华人都是倾向祖国和家乡的，所以当祖国受到了外界侵略，他们基本上都是倾囊而出的，把自己的钱汇集起来来汇到祖国。这个到底多少钱呢？到现在啊都没有很准确的统计，大概有4亿多。还有一种呢，就是购买国债，国债一共发行了在这抗战八年的发行了30亿元。 其中华侨知道的东南亚华侨购买的国券是11亿，就是1/3还多，就是华侨购买的。 Эти экспонаты музея представляют собой непростые паспорта. Их владельцами были китайские мигранты, вернувшиеся на родину для участия в антияпонской войне. Их называли тогда китайские механики-мигранты Наньяна. В
1938 году после оккупации города Гуанчжоу было полностью парализовано морское сообщение, через которое шла помощь из-за рубежа. Весь мир обратил внимание на пограничные районы в юго-западной части Китая, где протянулось шоссе Юйнань-Яньма, единственный путь, связывавший Китай с внешним миром. Однако страна тогда сильно нуждалась в шоферах и механиках. В этой ситуации Чэнь Цзяген от имени Генеральной ассоциации китайских эмигрантов и этнических китайцев Наньяна начал набирать этнических механиков для возвращения на родину и участия в войне. После публикации призыва на пункте регистрации собралось море людей. Чтобы соответствовать критериям отбора, некоторые из добровольцев завышали свой возраст или переодевались мужчинами. Февраля 1939 года, накануне традиционного китайского праздника весны, некоторые молодые китайские эмигранты в странах Юва прощались с родными. В тот день первая группа механиков-эмигрантов отправилась на шоссе Юнань-Яньма. Тогда более 3000 механиков отправились в трудный путь на родину. В 1940 году был четвертым годом тяжкой антияпонской войны. В марте того же года Чэнь Цзяген вернулся на родину, возглавив делегацию от лица китайских эмигрантов и этнических китайцев стран Юва. Они передали государству огромные пожертвования. Первого мая, невзирая на препятствия, чинимые Гоминьданом, Чэнь Цзяген отправился в Янань. В течение 7 дней после прибытия Чэнь Цзяген своими глазами увидел, что там собралось много скромных, молодых людей, приветливых и бескорыстных кадровых работников. Стиль работы Мао Цзэдуна и Джудэ, которые отличались простотой, доброжелательностью, произвели на Чэнь Цзягена глубокое впечатление. Спустя 2 года Чэнь Цзяген в воспоминаниях о китайских эмигрантах и этнических китайцах стран Юго-Восточной Азии рассказал о динамичной и живой обстановке в Яньане. Опровергая слухи, он решил рассказать все по совести и не выдавать черное за белое. Поездка в Яньань позволила Чэнь Цзягену представить будущее Китая. После начала военной конфронтации между КПК и Гоминьданом Чэнь Цзяген заявил протест в связи с оказанием американской стороной помощи Чан Кайши. В мае 1949 года по приглашению Мао Цзэдуна Чэнь Цзяген вернулся на родину. 1 октября Чэнь Цзяген присутствовал на трибуне площади Тяньаньмэнь на торжествах по случаю образования КНР. В исторический момент смены эпох Чэнь Цзяген сделал свой жизненный выбор. Этот снимок был выполнен в мае 1950 года. Это был единственный случай, когда Чэнь Цзяген в первый и последний раз в своей жизни фотографировался вместе со всей своей семьей. В том же году исполнилось 60 лет после первого его прибытия в Сингапур. Через 2 дня после фотосъемки Чэнь Цзяген в одиночку вернулся на родину. На самом верхнем этаже здания Наньсюнь в Дзимэй Сюэчунь расположен кабинет, откуда можно взирать с высоты на весь городок. Каждый раз на закате Чэнь Цзяген предпочитает смотреть вдаль, опершись об окно. В последний год своей жизни Чэнь Цзяген внес поправки в свое завещание, в котором он переписал все свое имущество, накопленное им за рубежом, на фонд Цзимэй Сюэцунь, не оставляя ни копейки своим сыновьям. Он сказал: «Стараясь изо всех сил, я заработал денежные средства, и они должны быть пожертвованы мною».
12 августа 1961 года Шэньцзяган скончался в Пекине. Гроб с его телом был привезен в его родной край Димэй, где прошел похоронный обряд. Во время процессии погребения Джоу Энлай и Джудэ держали тяж колесницы. Сегодня парк Аоюань является одним из знаменитых гуманитарных ландшафтов в городке Димэй. Здесь навеки покоится человек, оказавший большое влияние на развитие новейшей истории Китая. При жизни он сам спроектировал кладбище, вокруг которого были установлены 17 каменных стел. В его необыкновенной жизни было много блестящих и почетных событий, о чем лишь вскользь упомянуто на стеллах. На 4 из 17 стел подробно рассказано о его жизни в детстве. Вспоминая о жизни этого человека, можно прийти к единственному выводу. Чэньцзяган всю свою жизнь искренне любил родину. Cheers.